Итак, ушки, всем привет. Решил записать быстрый апдейт, потому что времени нет на стрим. Но постримим мы с вами обязательно, чуть позже, сегодня, надеюсь. А пока давайте взглянем, что происходит с битфакинкоином на недельном таймфрейме. То есть отдалимся немного и вспомним вообще, где мы, чтобы отбросить суету и избежать тильта. Смотрите. Мы с вами все еще очень хорошо поднялись, безоткатно, с 25 тысяч. И у нас уже идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 зеленая недельная свеча Хайканаши. Это уже прилично, ребята. Это уже 3 месяца, да? Ну да, 3 месячные свечи, вот мы видим зеленые. Поэтому, конечно же, напрашивается откат. Напрашивается откат, так же, как и в... В медвежьем тренде напрашивается отскок, также и в бычьем напрашивается откат. И вопрос в том, когда он будет. Потому что, смотрите, в целом у нас тут money flow только начинается зеленый, только начинается. Но в начале тренда он может иногда замешкаться. Посмотрите, вот он тоже тут начинался, потом уходил вниз опять. То есть RSI тоже у нас только выходит в перегретую зону. Вообще это хорошо, это начало тренда получается, да, то есть, ну, могут быть какие-то вот такие штуки, могут быть вот такие штуки, и это все окажется как бы все равно частью бычьего тренда. Поэтому, что мы тут еще имеем? Сетка EMA Ribbon развернута в бычью сторону, развернута. Также у нас тут 200 и 50 мувинги практически пересеклись, посмотрите. У нас с вами приближается Golden Cross. Причем первый в истории недельный Golden Cross на биткоине, потому что до этого цикла эти мувинги никогда не пересекались вниз. Он всегда находил поддержку. Но это надо смотреть всю историю. Мы не тот график смотрим. Это надо смотреть всю историю с битстампа. Вот, посмотрите. Эти линии вообще никогда не пересекались. Биткоин всегда находил поддержку... Вот, видите, в логарифме лучше видно. Он всегда находил поддержку на 200-м мувинге, но в этом цикле он его пробил, сделав таким образом крест смерти. Но посмотрите, что было, когда был крест смерти. Мы в него запампили, потому что есть такое правило на рынке, что недельные вот эти кресты смерти и кресты ракеты, да, бычьи кресты, они запаздывающий индикатор. Посмотрите, уже цена давно упала. А он произошел уже, когда падение закончилось. Поэтому сейчас, с этой точки зрения, бычий крест тоже будет в тот момент, когда рост уже закончится. Возможно, еще чуть выше затянут. Возможно, нет. Но сам непосредственно Golden Cross, я думаю, что будет дамп. Статистически такое чаще мы встречаем на более младших таймфреймах по этим пересечениям. Так что смотрите, я лично за то, что будет коррекция сильная и дадут всем зайти. Но она может быть будет резкая, такая, что не успеете зайти. То есть опять же, макропоказатели бычьи, все индикаторы бычьи, но уже чувствуется перегретость. Правда, также не забывайте, что и вот здесь, ребята, тоже чувствовалась очень сильная перегретость. Посмотрите, как похожи эти области, понимаете? И там, я не знаю, и вот таких миллион еще моментов найдете, где чувствовалась очень сильная перегретость. Вот здесь чувствовалась невероятно сильная перегретость. Вот. Но это все было уже перед финальной фазой экспоненциального пузыря. То, что будет сейчас, она, я, мне кажется, рановато. Мне кажется, все-таки будет сейчас что-то типа вот такого. Или резкий вынос. Но в целом, флэт, я думаю, что мы вот в этом диапазоне, в котором сейчас, ну, может, чуть выше, вот как-то так, окажемся, простоим еще где-то полгода. Год. Перед тем, как пробьем и пойдем уже на халвинг наверх. Но то, что я так думаю, это ничего не означает, ребята. Может быть по-другому. Напишите в комментариях внизу, кстати, свой вариант. Какие ваши ожидания по рынку на ближайшие несколько месяцев? А пока я вас предупрежу более локально, что происходит. По TRDR, нашему любимому скринеру заявок с бирж, кстати, посмотрите, какая новогодняя елочка получается из стаканов. Это стаканы всех спотовых бирж. Binance, Huobi, Bitfinex, Bybit, все вообще. Кто OKEX, вот, Kraken. И мы видим по заявкам, что в принципе все ровно. Цену держат и сверху, и снизу примерно одинаковыми лимитными заявками. Но посмотрите, вот здесь появился сильный лимитный покупатель у нас. И как мы видим, цена ниже канала снова не уходит. Вот мы обрисовали канал по этим штукам. Кто не знает, что это за штуки и как их едят, они работают только с графиком Binance почему-то. Bitcoin USDT Binance вот здесь. И посмотрите обзор, сейчас он появится у вас сверху, вот там, как настроить TRDR. Ссылка на TRDR в описании внизу, можно оплатить криптой, стоит очень недорого. Короче, по моему мнению, локально нас зажали вот в этом коридоре, но и поэтому мы видим, что цена не может уйти ниже и выше этих заявок. Но обратите также внимание, что
на самом деле мы имеем понижающиеся заявки продавца и, в принципе, понижающиеся заявки покупателя, если считать вот эту покупку, которая не удержалась. Но так, если ее не считать, то вот у нас уже тут как бы замедление понижения покупателя, скажем так. То есть покупатель пытается удержать снова на том же уровне цену, где мы и были, а продавец уже ниже. Поэтому имейте в виду, что здесь есть некий вот такой вот треугольник, как минимум сейчас сужающийся. Ну, какое-то вот нисходящее сопротивление, которое, в принципе, мы и рисовали. То есть здесь неправильно будет рисовать желтую линию сверху. Вот она линия. Вот первые продажи, вот вторые продажи, третьи, вот она. Вот эта линия сопротивления у нас с вами идет. Так что биткоин в треугольнике, он пробьется из него очень скоро. И повторяю, напишите свой вариант в комментариях внизу, куда вы думаете он пойдет. Таким образом, вы, кстати, автоматически участвуете в розыгрыше крипты, друзья. Когда ставите лайк, подписывайтесь на наш канал, жмете на колокольчик и подписывайтесь также в тележку. А кто уже подписан на канал, всем респект, собственно, кто смотрел мое последнее видео, где я говорил, что двигать надо стопы, потому что мне вынесло почти все стопы в небольшой убыток от профита, и я рад этому. То есть мой счет не уполовинился, как мог бы, а, скажем, десятая часть где-то всего. Десятая часть застопилась. Это абсолютно нормально. Как вы видите, профит больше, чем лосс. С этим мы работаем. Я все еще побычи смотрю на эти все монеты. И буду их добирать. Просто сейчас буду ждать более лучших точек входа, скажем так. Потому что в целом мы видим локальную коррекцию. Дэш вон снова к тридцатке. Короче, альты сейчас дадут вкусные цены закупиться, я вам так скажу. По альтам сейчас будут очень хорошие цены закупиться. Опять же, смотрите вот за дэшем, за другими монетами. Пока мы не переписываем трендовую вот эту. Но если мы переписываем вот этот лоу, то там, по идее, может быть еще закол ниже куда-то. То есть, если дэш уходит ниже 28, то ловим его, возможно, и по 25 снова. Тут как бы непонятно, чем закончится вот эта вся формация. Я думаю, что в какой-то момент будет очень резкий разворот наверх по всем монетам, что не успеете и зайти, как это обычно и бывает. Но помним, что CandleWave тоже прекрасная платформа, с которой мы работаем, говорит нам sell, то есть локальная перегретость есть. Поэтому смотрим сейчас за биткоином. Если он пробьет вот этот вот лоу в 40-200, то там, конечно, пойдет ниже 40 и... На макро таймфрейме, еще раз я вам говорю, вот здесь даже этого не будет видно. Это будет просто зеленые красивые свечи хайка наши. Но в моменте нас сейчас могут потрясти. И, короче, да, ребят, если мы сейчас не удержим 40, и вот этого покупателя вынесут, то следующая остановка, я думаю, 38 минимум. Там как раз и зеркальные уровни подъедут. Смотрите, если все это убрать, и вот так вот отдалиться хотя бы на дневку, приблизиться, то мы видим, что биткоину было бы очень хорошо сейчас оттестировать вот этот вот уровень 31 тысячу, а точнее даже вот эту зону, я бы сказал. И ничего в этом такого нет. Сейчас как раз наоборот, все overexcited уже, все такие, все, биток не упадет, короче, to the moon будет бесконечный. Нет, не будет, чуваки, вот зона конкретной проторговки, посмотрите. И to the moon-то будет, да, только перед этим он будет всегда возвращаться. Посмотрите, как выглядит to the moon. Вот коррекция, вот коррекция, вот коррекция. Я не призываю вас шортить на всю котлету. Я просто вас предостерегаю, чтобы вас не смыло. В приоритете лонг, еще раз повторяю, но с чем мы работаем? У нас есть вот это дно, которое будем считать абсолютным, пока его не переписали. Это 15 тысяч, ну 16 тысяч долларов. У нас есть вот этот сильный уровень. 25 тысяч долларов. Посмотрите, сколько раз мы от него отбивались. Как от сопротивления и как от поддержки. Вот. И у нас есть также уровень сопротивления последний пробитый. 32 тысячи. Вот он здесь, здесь. Так вот, нам неплохо было бы хотя бы этот уровень отретестить. Понимаете? Вернуться сюда. Там же и сеточка EMA Ribbon подтянется. Сейчас мы тестируем ее на дневном таймфрейме. Уже. Кстати, вот тоже, смотрите, если мы отобьемся от сетки EMA Ribbon, в принципе, тогда, походу, коррекция будет откладываться. Но, если мы ее сейчас пробьем, то вот куда, в принципе, на недельную сеточку EMA Ribbon мы можем скорректироваться вполне, то, что я вам нарисовал. Посмотрите. Да, мы можем еще чуть-чуть подрасти, она тоже подрастет, но мы на нее обязательно вернемся на ретест. Уже даже не вот с таким заколом, как здесь, когда она разворачивалась, а просто коснуться хотя бы ее вот этой границы, понимаете, и отскочить. Вот там, лучше там набирать свои агрессивные лонги с большим плечом, чем сейчас влетать и будет вас потом, понимаете, размазывать. Поэтому имейте в виду все эти советы, не финансовые.
1000 дисклеймеров, если вы идете торговать этим на бирже, но если все-таки идете, то лучшие ссылки в описании, ребята. Bybit, MEXC, Gate, вообще там все монеты есть, которые нужно. BingX, Femex, BitGet тоже, KuCoin хорошие биржи, там почти все есть. Пожалуйста, регистрируйтесь на разных биржах, потому что нельзя держать все яйца в одной корзине, может скомануть любая из бирж. Наш телеграм-чат, наш телеграм-канал обязательно добавляйтесь, у нас там очень много интересного всего и в канале. Посты, которые мы не успеваем просто делать видео. Вот тут 10 фактов о биткоин замечательные. Вот пост чувака, который в 2011 году написал: биткоин сделает с банками то, что email сделал с почтовыми отделениями. А что вы скажете, он сделал с почтовыми отделениями? Они также работают? Ну да, они также работают, только никому не нужны больше. Так что, чуваки, позаботьтесь о том, чтобы у вас был биткоин. Помните, что в долгую мы вот здесь. И нужно наращивать лонг позиции, определенно. Не потому, что биткоин такой хороший, а потому, что доллар такой плохой, чуваки. Долларов будут печатать бесконечное количество, а биткоинов будет всего 21 миллион. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. С вами был Гринчес. Всем доброго профита. А, и знаете еще что? Вот они, ссылки на все платформы: CandleWave, MarketCypher, TRDR. И самое главное, ссылки на рабочие обменники, потому что если вы хотите просто как инвестор накапливать биткоин, заведите себе простой кошелек холодный типа Exodus и просто накапливайте туда крипту. Вот, заходите на обменник, выбираете Сбербанк рубли, биткоин, или наоборот, или там USDT, и покупаете на любую сумму. Вот тут от 7 тысяч рублей до миллиона. И потихонечку диверсифицируйтесь. Есть у вас 10 тысяч рублей, закинули 10 тысяч рублей. Есть у вас 100 тысяч рублей, закинули 100. Сейчас вы на 100 тысяч рублей можете купить 2,5 миллиона сатоши. Врубитесь. Вы когда-нибудь, может, на 2,5 миллиона рубля их не купите. Поэтому это надо делать обязательно. Потихонечку складывать на холодные кошельки, на бирже. Но помните, если вы сами заводите холодный кошелек, даже такой типа Exodus, типа Exodus или флешечный типа Ledger, то только вы сами храните свои приватные ключи, и никто кроме вас. И если вы их потеряете, то никто вам ваши биткоины не вернет. Вот это важно помнить, потому что когда вы торгуете на бирже, биржа хранит биткоины за вас, и... но тем не менее это не ваши биткоины, вы как бы их одалживаете бирже. Ну как, вносите депозит, это так и называется, как в банк сдаете. А если вы хотите сами хранить свою крипту, обязательно используйте кошельки. Но храните свои сет-фразы правильно, чтобы их никто не смог спиздить. А у меня на этом все. С вами был Гринчес. С вами весело, но надо ехать заниматься делами в офлайне. Не забывайте отрываться от графиков почаще и заниматься делами еще какими-то. Вот такой месседж сегодня. Альткоин-сезон неумолимо наступает, поэтому потихонечку закупаемся и не дергаемся. Всем пока-пока-пока.